Готовлю вкусные ватрушки. В теплое молоко добавляю сухие дрожжи и оставляю на 10 минут. В муку добавляю сахар, соль. Смесь соединяю с молоком и оставляю в теплом месте. Для начинки соединяю творог, яйцо и сахар. Когда тесто поднялось, я разделяю на части и добавляю начинку. Обязательно обмазываю яйцом для румяности и добавляю в серединку клубничное пюре. Сверху посыпаю смесью масло плюс сахар плюс мука. Список ингредиентов в описании. Приятного аппетита!